Короче, вот такая коробочка. А там новая ферма. Инструкция. Песок. Это чтобы закрыть формикарий. Тут всякие прибамбахи, пипеточки, шланжики. Вон даже декор для формикария. И вот такой огромный формикарий. Так, ой, неудобно доставать. Вот. Вот такой толщенный. Что запакован? Завтра будем распаковывать. Обалденный. Вон сколько отделений всяких разных. Так, здесь еще у нас еда. Вот тут детали, чтобы собрать формикарий. Вот еда для муравьев на год. Тут самое классное. Здесь у нас муравьишки. Вон они, вон они. Боже, их тут так много, что пипец. Вот матка. Вон там муравьишки. Короче, вот такая красота. Ну что, как и обещала, начинаю собирать нашу новую муравьиную ферму. Так, достаем все прибамбасики отсюда. Так, так, так. Угу. Боже, сколько тут всего. Так, корм, декор. Муравьишек аккуратненько достаем. Чтобы они не перевернулись. Да. Я поберу. Да, мне тут сын помогает. Ну. Так, открыли нашу ферму. Теперь будем собирать арену. Будем собирать арену. Так. Так. Вот мы собрали арену. Хорошо ее закрепили. С каждой стороны арена крепится вот на такие вот резиновые заглушечки одеваются. Так, накрываем крышечкой арену. И сейчас будем формикарий наш увлажнять. Здесь внутри формикарий уже встроенная гипсовая прослоечка. Ее нужно увлажнить. Берем губочку. Так, вставляем. И ждем минут 5-7, пока гипс не потемнеет. Как только гипс потемнеет, можно будет заселять муравьишек. Пока увлажняется наш формикарий, намокает гипсовая прослоечка, мы сделаем небольшой декор на арене. Так, спускаем песочек чуть-чуть. Распределяем. Так, песочек разровняли. Формикарий уже увлажняется. Можно пока заняться декором. Устанавливаем. Вот такой у нас есть кувшинчик. И вот такая, смотрите, какая крутая поилочка. Прямо вовнутрь арены мы поставим. Ну все, можно заселять муравьишек. Формикарий полностью готов к заселению муравьев. Приступаем заселять. Так, достаем муравьишек. Вот они, наши малыши. Вот наши трудяги. А вот и матка. Как переселить муравьишек в формикарий? Просто положить их на арену и открыть вот эту вот ваточку. Так, ну что, друзья, с переселением вас. Аккуратненько. Все, кладем просто на дно арены. Ой, как засуетились, Ну, первый муравей пошел. Тут еще вместе с формикарием есть кормушка, но пока она им не нужна, потому что у них вон полно сколько зернышек. Еще минимум на месяц хватит. Ну все, побежали. Наши муравьишки засуетились. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Но зато у них теперь вот такие большие апартаменты.
Все, накрываем арену. Закрываем крышечкой арену. И сам муравейник притеняем вот такими вот классными штучками. Та-дам! Заселили муравьишек.